Ребят, всем здравствуйте. Наверное, все вы помните ролик, когда Микуся прогрыз балконную дверь насквозь и попал в квартиру изнутри. Это было зимой, это было ночью. Естественно, мы сразу проснулись, почувствовали холод и поняли, что лиса гуляет по квартире. Так вот, в этот раз он застрял на балконе. Сделали шпингалет с внутренней стороны, для того, чтобы, заходя на балкон, можно было закрывать за собой дверь. Он этот шпингалет закрыл. Вот смотрите, как мы его освобождаем. Давай, выше бери, Микуся. Видишь, пролезает она хоть нет вообще? Да. А нет, отсвечивает это. Так, когда заползли? Микуся, скреби там, где носом тыкаешь. Давай. Сейчас тебе в нос ткнем. Лен, я не вижу, она туда хоть проходит вообще. Я тоже не вижу, нет вроде бы. А где она тогда? Фиг знает. Она же куда-то идет. Может, чуть-чуть пролезла, но не видать. Так, она уже не сколько там сантиметров-то. К сожалению, видео до конца снять не удалось, но после большого количества тщетных попыток Микуся был освобожден. Уже в следующем видео Микуся благополучно отомстит этой самой двери, разгрузит ее изнутри насквозь наружу. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и до скорых встреч!